Ведьмак, третий, 22-й эпизод, и да, немножко это развлечемся, пока сюжет. И так был сюжетный эпизод, по сути, предыдущий. Такс. Я сохранился, если что. Кстати, ставки не было. Терели. Ну вот, другое дело. Стрелок один. Наверное, можно его убрать. Бля! Ну, что за невезуха? И выпала пихтура, которую я только что выкинул. Такс. Ну, раз мне выпала пехота, давайте через нее попробуем сыграть. Черт, у меня против лучников ничего нет. Какое невезение. Пока не буду палить свои силы, скажем так. Блин, у него... А, ну у меня есть ясное небо. Так что я справлюсь. Думаю, в принципе, можно открываться. Или, может быть, скинуть пока единичку. Да, я так и знал. Ну, ничего, ничего. У меня по итогу будет чем ответить. Блин, у него карт, конечно, но это из-за этого, да-да-да. Скинуть, наверное, ясное небо пора уже. Меня предупреждали, видимо, это она и была, да. О, отлично, вот против этого у меня есть контра. Да чтоб тебя! Я проиграл. Слишком сильные карты. И мне не очень повезло. А мне почему карту не накинули? Что за херня? Стоп, а что за херня? Почему мне не накинули карту? Что за на? Попробовать рискнуть и этого вызвать. А, если побеждаешь, блин, я что-то, я думал, всегда дают. Фак.
Ну, выпадет же параша какая-нибудь, 100%. Сука, если не рискнуть с другой стороны, мне вообще делать нечего. Ну, конечно, выпала параша, блять. Но этот раунд я заберу. Но у меня на следующий раунд ни одной карты не останется боевой класс. Окей, будем верить в баллисту. Какая же херня. О, фак, ну конечно же. Ну иди нахуй. Не повезло с картами. But you really should work on your technique. Stop by again sometime. We'll play another round. Пизда, мне с картами не повезло. I'm listening. In the mood. Надеюсь, в этот раз получше будет. Стоп, а вы не хотите мне? А, вот, хотите. Так, это уже получше. А, ну мне бы еще ясное небо какое-нибудь выбить. К сожалению, ясного неба я так не получил. У меня довольно сильная атака. Продолжать зеркалить? Не, я все равно думаю, без баллист не обойдусь в этом раунде. Если что, воскресить смогу на следующий раунд. Сыграю лучником. Не хочу на этой. Конечно, fucking hell. Окей, окей. Блин, правда, я бы хотел, чтобы он казнь потратил. А казнь же у него может быть... А такие карты, они всегда есть 100% в колоде, типа казни? Или могут быть просто их, ну, типа, может не оказаться в руке? Типа, может, у него ее и нету. С другой стороны, я, конечно, могу выиграть этот раунд, а учитывая, что мне лучше получить в следующем раунде карту... Играю пока аккуратно.
Может быть, он спасует. Ловушка ловушкера. Блять, у него два шпиона? Серьезно? Это не читерство? Параша выпала. А это что такое? У него три шпиона! Три шпиона в колоде! Бро... Отлично. Самое дешевое, наверное, лучше выложить. К сожалению, этих я потеряю, но нормально. Раунд был пиздец тяжелый, но я сейчас пятую карту должен получить, да. Ну и она не очень, к сожалению. Туман. Ладно, дальнобойные отряды. Может быть, у него будет много дальнобойных. Тут мне нужно побеждать. Так, пока не буду, у меня тоже пятерка будет. Вот если он выложит еще одну, надо будет бахать. Я не буду рисковать шпионом. Надо брать катапульту на 8 и потом ее 2, что усилить. Сука, у него была все-таки. Так и знал, что без ясного неба нормально не отыграть. Но мне деваться, наверное, некуда. У нее еще столько карт. Лол, он своего убил? Казнь у него была. Ну, одной любой карты он меня похоронит. Ладно, не этой. Легчайшее для величайшего. You won. A man's only as good as his word. Take the card. I fear Velen's short on worthy opponents. Boatbuilder in Oriton might be one. There was also an old soothsayer. Lived east of here, near the windmill last I heard. There's a lad, about as reasonable as an old mare, but he plays a devilish hand. In fact, I don't rightly know that you're ready for him. О, фига себе, он далеко.
тоже далековато. А что за зацепки? Может быть, имеет в виду, что у дочери надо что-то уточнять? Может быть... Wait, Witcher! When you find my daughter, will you give her this? A ragdoll? Uh-huh. Та, которая валялась, да. Понятно, понял. Окей, проверю тогда. First the army's passed, then the pops, now the younger. Grim Reaper must be having a lark. Вообще интересно. Фига себе, имя у него есть. Потом можно будет подраться и поскакать. Где это я? Вот. Кстати, можно тут выйти, не обязательно через главный вход. Хотя стоп, мне же нужно через... С другой стороны, я вот сюда могу сходить. Непроходимое препятствие дерева.
А белый это значит low level или что это значит? Ну, серые, типа, значки у них. Старенькая уже все. Оу. А может и не очень старенькая. Да, это сильно лучше. Так починить надо. Ну даже сейчас он уже получше. Прикольно, кстати, выглядит. Эфис такой защитный. Любопытно. Вы боялись. Бро, это где я оказался? Ты немного неправильно выразился, Disturbed. Эфис съест любого меча. Ты имел в виду специфичную вот эту рукоятку закрытую. Я так понял. Не понял. Тоже неплохо. Правда, мои, конечно, дают лишнее здоровье там. Ну, и больше сопротивлений дают, кстати. 15 аж к рубящим ударам. Я даже, пожалуй, оставлю, хоть чуть-чуть армора поменьше. Сосите.
Дай! Не помню, я слишком жирный здесь был, да, чел. Faster. Понятно, ну пофиг, Вейс. На будущее знать буду. Я сжег их просто потому, что я их не люблю. Вот и все. Нихера себе жирный. Четвертый уровень, серьезно? А, почему-то я бью обычным мечом, я понял. Мне серебряный нужен. Я думаю, что за хуйня. О, другое дело. Какой же ты... Бро! Еще не добил. Бля, я застрял. Я уже всех убил. А, он попал. You've eaten me alive for certain. The corpses must have drawn him. Thank you for not leaving me there. Seems luck's with me at times after all. Luck? Guess things could be worse. You get infected recently? That why you hold corpses? What? No, it's my job. Well paid too. Thing is, you're not a witcher or a mage, so you're not immune. I'm no foul mutant. Thank the gods. But no worries, eh? It's just, well, no illness ever holds me. How did this happen? Axle snapped first. So, I poked me in underneath, see if I could fix it. Then out of the blue, a howl from the woods. My mare reared as if a wolf had already clinched her hind. The cat tipped and whoa, the cargo fell right on top of me. Your horse ran off? Aye, damn thing bolted. Ain't that my luck? If it don't rain, a wagon of stiffs pours on me head. Gonna need a new cart. Gotta burn this one, soon. Can't I just bury the stiffs somewhere near? Cart's still fit for fixing. Anyone learns you carried plague victims in it, no one will ever hire you again. Why would they need to learn? I won't tell if you don't. And you'll spread the pox for miles around. Oh, needs must, I suppose. Got anything to start a fire with? Yeah, Mark. Well, well, lit up like a bale of straw. Am I ever lucky I ran into ye? Thanks for your help and wise counsel. Here's some more. Go home, burn those clothes, and scrub yourself thoroughly. Yo, sure, sure, but I'll tell you true, no blight could touch me. Sure hope so. Farewell. Fuck it, all that stinks. Случайное задание выполнил. А опыт не дали или нет?
Как я его достал, во хер знает. Щит? Против кавалерийского удара? Серьезно? Серьезно? Я мог и щитовик. А, стоп, я убил щитовика все-таки. Видимо, один удар прошел, окей. А то я охерел аж. Ничего ценного тут, наверное, не было. Вы слышали это? Show me what I got. Так, а присесть в этой игре можно? Чё за... Ха? Видимо, для Ведьмака Великого Геральта возможность приседания является непреодолимой сложностью. И тут есть сундук, который я просто взять не могу. Ну, ящик, неважно. Да.
Типа его заперли. Какой-то материал. Какие-то неплохие вроде материалы. Боже, я не могу. И, к сожалению, но... Хотя сейчас посмотрим. Две защиты — это не так много. А тут сопротивление, большие проценты. Это уже поинтереснее. Да, это лучше, чем у меня. Слишком много бонусов к сопротивлению. Ну и Пузан. Это чтобы, типа, удар скользил. Что колющие, что рубящие, тяжело. Ну, блин, они так выглядят отстойно. Не люблю данный стиль. Вау, звук изменился от беготни. Это круто. Прикольно. Run, Roach.
пролетел двоих одним ударом, не попал ни по одному. Классик. Да почему ты сменил меч? Стали зеленые падать. Я-то не против, синим у меня уже есть. Стали синие, ау. Хорошее начало. Всякая руда, чертежи. Все походу. Go. Yeah.
Rathva Caes Ard Haf Anavilion. Est? Gerilion at Demeria? Hapkras? Blood and Nainvi. Estob where Marboden and Conland beans. Es I think it gerts a leg derma dame. Wish to enlist, Nordling? Yes? Hmm? What do you want? Oh, squander is. Вот. Во вот. И он не хочет со мной говорить. Ну ладно. Илья. Они близко друг к другу. Это что, эти, да? Северяне? Капец, они в 2 метрах друг от друга. А? What the fuck? Enjoy living, freak, while you can. Фига, как вежливо. Who do you think you are? Hey, you! Я тебе лицо сломаю, вот что. Вас обворовывать можно, да? Sort of before I lose my patience. Читал уже. Greetings. Wouldn't mind a look at your stock. Все. Farewell. Sod off. Oh.
что же все такие дружелюбные? Очередь. Order in the Halt! No passage! Case of the plague surface in the city or something? The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. Шутки про шаурму. What kind of pass are we talking about? Well, a normal one. A transit pass. Who issues them? How should I know? I'm a lowly soldier. Who ordered the city gates closed? Word is the king himself. Doesn't want paupers and refugees pissing all over his beautiful city. Apart from which, when folk can go hither and thither, always a chance some spy will slink through. This way, spies got it harder. So, no pass, no passage. This way, you mean? Let me look at that. Missing a seal, the red one. Impossible. Department of Civil Defense forgot again. They're really off their heads these days. Happens, so be it. May come through. Я так хотел спросить, интересно, откуда у барона грамота? От них, видимо, подделанная. О, нифига себе. Солидно. Солидные сооружения. На карте город выглядел маленьким. Как-то, хотя... Реально приличный город уже выглядит. Типа нормальные постройки, архитектура и так далее. Стиль какой-то. Greetings, master. What can I do for you? Got a razor and shears. Good. Make me look decent. Ничего себе. Окей, Сейбор. Помолодел. Чё за эльф мятежник? Ну ладно, я не хочу. So long. Я так понимаю, тут же нарастает, да, со временем борода, потому что меня брили у нильфов в свое время. Нищий мне говорит, отцепись, лодырь, гениально. Back on the rock.
River, we could all three go in and hire a boat. No, not a chance. I sailed the Ponte. Out of here! That was enough. What happened? A Cairn attacked our Что закрыто? It would have devoured us all, if not for the Witcher. Вход в другом месте? Well, the Witcher. Is it true you brought 300 elves of black cloth? Deal of a lifetime. Ah. Mark of a dangerous. We don't serve lushes, shavers, caretakers, or students from Philosopher's Hall. Do I look like a any of the people from that list? Doesn't hurt to check, just so it's clear how things stand. So what did they do to you, the students from? Rather not talk on it, all right. What's your poison? Mind if I have a look? Карточки. So long. Стример Лодер. Понятно, понятно, Disturbed. Вот как ты думаешь обо мне? Не ожидал я от тебя такого, не ожидал. Прям в самое сердце. Так, думаю, я здесь тоже закончу сейчас эту запись. И следующий опять начнется с Квинта. Ну, что поделать, такова судьба. Конец записи.